Но если бы вот все три игры были такая, как эта, то я бы вообще залетел бы 100% и прям, может, даже постарался бы какое-то нормальное время занять. Потому что вот Ви-Ви-Ви-Ви это была игра, в которой я был бы готов реально так подольше даже посидеть, потренить, выучить на нормальное время более-менее. Но если бы все три игры были такие, то отлично, но... Они все разные, в этом смысл, то есть, чтобы были разные жанры. Соответственно, скорее всего, одна игра будет мне интересна, моего жанра, вторая будет плюс-минус, а третья будет полная какая-то хрень. Мы там стрим за бабки продолжали. Ну, ты донатил, когда, не помню, когда последний раз. Вообще-то, конечно, уже заканчивать пора бы. Но это в любом случае, да, то, что я сейчас вот играю, это за бабки, если бы не тот донат, я бы уже закончил. Сейчас, сколько там стрим идет? Стрим идет 9 часов. Нормально. Часок, ну, если донат подкинешь, то окей, до 10 часов досижу. Но это уже точно последний будет. Кривая пятая комната. Боже, более-менее. Может, еще больше надо прыгать? Я все время, я не знаю, что такое, и все время куда-то рано прыгнуть, и даже когда я прыгаю чуть позже, то кажется, что, может быть, еще позже надо. Может, и нет. Насчет игр будущего вот, должны ли они проводиться, но если будет, была бы проведена работа над ошибками, то тогда окей, типа, было бы круто, если бы это продолжилось. Я просто представляю, если бы, например, игры будущего реально вот, проводили каждый год, и каждый раз там было бы одно и то же, вот каждый раз там Pit Russians брали бы своих людей, забирали бы там все призовые единолично, а все остальные спидранеры, которые бы хотели поучаствовать, смотрели на это и такие, типа... Какого хрена? Ну такое бы нафиг надо, это просто... Вот... Ну это же ужасно было бы. Прикиньте, реально, каждый раз там Вальдемарка, там... Вот, Вайфу, там, Стэнс. Ну ладно, Стэнс и так бы побеждал, на самом деле, Стэнсу... Стэнсу не нужна игра в поддавки, он даже... Стэнс с X-Ray'ем, они, в общем-то... В любом случае бы занимали топы. Но в ретро и конкуренции поменьше, а вот в других категориях там всегда вот будут... Если Speed Russians будут набирать своих, всегда будет оставаться куча раннеров, которые не смогут попасть и... Фиг его знает. У меня была мысль, что, типа, если такое и будет что-то проводиться, то, наверное, уже не с таким призовым. Как будто бы это была единоразовая акция. Но вообще фиг его знает.
Глич. Еще что-то. Заказ глич. Жесть, это был счастливый донат. Кривовато. Кстати, вот это с таким пейсом саб 10-10 можно сделать? По идее, наверное, можно, если рандом хороший будет. Ну да, если по собу смотреть, то в принципе делается. Но не знаю. Навагало тут. Да блин, чуть криво спрыгнул это. Манип на босса. Блин, ну такой себе босс, конечно. Ну, ладно. Ладно, нормально в целом. Опять сзади бегут. Да что такое? Ну налагало же все. Ужас какой-то. Не знаю, конечно, седьмой с лагами. Ну ладно, какой-то пейс. Thank you.
0,8 ровно. Ну, блин, это даже, во-первых, непонятно, 8 это или 7. Автосплиттер, наверное, точный. Наверное, это 8. И опять же, ну... Ну, как будто чуть-чуть надо еще улучшить, я не знаю. Ну, пару секунд еще. Кстати, 996 попыток, почти 1000. Я, наверное, это выложу. Но мне не нравится то, что в конце 0. Не, если это будет 7, давайте так, если это будет 0,7 на самом деле, если автосплиттер чуть-чуть не точный, и там на самом деле 0,7, то, возможно, я это оставлю. Если это 0,8, то я еще улучшу хотя бы до 0,7 или 0,6. Вот, что-то такое, мне кажется. Ну, как будто бы, ну, вряд ли это 0,7. В последнее время, когда вот я с автосплиттерами играю, на NES они почти всегда точные